Ломберц, по-моему, родственники его приехали на эту игру. Александр Люков, Ломберц, Новосельцев, потеря Шулиана и как раз-таки капитан Азеф выходит на ударную позицию. Удар слева, удар, гол! Шулиана задел обводку на своей половине поля и... Это еще удар, но соавтор этого гола в исполнении капитана Ринстрек. Группа атаки понятная. Джорджевич, Дюба, Мак. Давайте разберем этот гол. Во-первых, Юрий Ладыгин как-то странно расположился в воротах, чуть вышел и оставил правый от себя угол, так сказать, в гордом одиночестве. Ну и Ренстра переложил мяч под левую ногу и в этот угол пробил, а Ладыгин как-то повис в воздухе и в итоге до мяча не добрался. Джон Ванден.